Спасибо большое, Мать Шарипович. Уважаемые главы государств, уважаемые коллеги, свое выступление хочу начать со слов благодарности в адрес уважаемого имама Али Рахмона за теплый прием, традиционный оказываемый в Душанбе. Хочу также выразить благодарность за ту работу, которая была проведена в период таджикского председательства в ОДКБ. Уважаемые друзья, председательство в ОДКБ переходит к Армении, в связи с чем армянская сторона хотела бы предложить партнерам сконцентрироваться на последовательной совместной работе, направленной на динамичное развитие организации и повышение эффективности ее механизма. На наш взгляд, необходимо продолжить работу по углублению внешнеполитической координации и взаимоподдержки для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ. С этой целью придаем важное значение проведению регулярных разноуровневых консультаций, в том числе и в формате группы высокого уровня, в которую входят заместители руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств. На наш взгляд, практика принятия совместных заявлений оправдала себя и ее следует расширить. Логика развития ситуации в различных регионах и коллективных безопасности наглядно показала необходимость актуализации механизмов кризисного реагирования. Очевидно, востребованность механизмов постоянного мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. На практике все это получит очертания, в том числе и через обеспечение полноценного функционирования Центра кризисного реагирования. Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях повышения уровня боеготовности, боевой подготовки, слаженности и мобильности сил ОДКБ. Нет сомнений в необходимости модернизации и наращивания потенциала коллективных сил ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными формированиями, их оснащение современными средствами подготовки и совершенствования управления. Важное значение для нашей организации будет иметь дальнейшее совершенствование мер и механизмов, направленных на повышение эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной безопасности, антинаркотической борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. Мы предлагаем также предпринять шаги по упрочению авторитета ОДКБ на международной арене, в том числе и посредством расширения взаимодействия с другими заинтересованными международными организациями. В этом русле важно максимально использовать и нарастить уже имеющиеся совместные наработки с ООН, ОБСЕ и другими организациями. На наш взгляд, при решении такого рода вопросов мы могли бы рассчитывать также и на содействие наших парламентариев. Период нашего председательства намерены возобновить практику проведения в Ереване конференции по вопросам безопасности, в том числе с учетом уже налаженного диалога рабочих органов ОДКБ, ОБСЕ и ООН. Созвучную позицию мы уже слышали от наших казахстанских друзей и готовы к тесной совместной работе. Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, что позволило бы иметь актуализированную под сегодняшние реалии договорно-правовую базу. Надеюсь на вашу поддержку и в налаживании работы с молодым поколением путем проведения в Армении летних школ по вопросам безопасности для студентов из государств-членов ОДКБ. Уважаемые коллеги! Наши приоритеты более предметно с обозначением конкретных шагов и мероприятий будут отражены в традиционно утверждаемом плане реализации приоритетов председательства и решения сессии СКБ. В следующем году мы вместе будем отмечать 30-летие договора о коллективной безопасности и 20-летие организации договора о коллективной безопасности. Согласован подробный план, предусмотрящий
проведении соответствующих мероприятий во всех странах-членах УДКБ. Ждем лидеров государств-членов организации в Ереване. И в заключение хочу еще раз поздравить наших таджикских друзей с успешным председательством УДКБ. Спасибо за внимание. Ջամփ, հետաքրքրվում եմ նրանց իմաստով։ Ասեմ ավելին, որ ես գնահատում եմ բարձր արվեստը, բայց արվեստը, հատկապես այդպիսի արվեստը, պետք է լինի թանգարաններում, պետք է լինի այնտեղ, որտեղ արվեստ գնահատող մարդիկ են գնում եւ տեսնում ու հասկանում են դրանց իմաստը։ Սակայն եթե այդ արվեստը ներկայացնում է ինձ ու հայ կնոջ հավաքական կերպարը, ես նրան արդեն էլ չեմ մոտենում որպես արվեստ, ես նրան մոտենում եմ որպես սիմվոլ եւ դա ինձ համար ամոթալի է եւ որ ինձ ու իմ նման կանանց, հայ կանանց ներկայացնում են կիսամերկ վիճակով որպես Մայր Հայաստանի սիմվոլ։ Կարելի չէ նույն ձևի համեստ ոնց որ Մայր Հայաստանի Երևանի ուրեմն կինն է այդ տեսքով ներկայացնել հայ կնոջը։ Ես վիրավորված եմ հայ կանանց անունից, ես վիրավորված եմ, որ մեզ ներկայացրել են այդ տեսակ էրոտիկ ու գրգռված վիճակում։ Իսկ հիմա անցնենք արձանի հաջորդ սերիային, որը հետևի կողմն է։ Ինձ քննադատում եմ, ասում է՝ գիտես, դա ծանոթացի Քրիստինե Հալաջան, ծանոթ եմ, շատ լավ ծանոթ եմ եւ գիտեմ պատմությունը այդ արձանի։ Ասում եք, թե դա Նեմեսիս կուրքի, հունական կուրքի, ուրեմն խորթանիշնա, դրա մեջ ո՞րն է հայկական էլի, ֆրանսիական կերպարով կին, հետևից հունական կերպարով կուրք, այս ամբողջ պատմության մեջ հայկականը ո՞րտեղ էր։ Մենք այնքան աղքատիկ ու խղճուկ մշակույթ ու պատմություն ենք ունեցել, որ օտարացին ուրիշ սիմվոլներ բերել ենք ու դարձել ենք հայկական, ու մեզ վրա վերցրել ենք այդ կերպարը որպես հավաքական կերպար։ Բա ամոթ չի մեր նման մշակույթ ունեցող ուրեմն ազգի համար վերցնել հունական կուրքին եւ դնել այդտեղ ու ասել, գիտես, ինքը Թուրքիա է նայում, ինքը կարող է վերև նարկի, ներքև նայի ձախ ու աջ, նա ի՞նչ կապ ունի դա։ Չէ՞ որ ինքը դրված է, նախ առաջին Թուրքիա չի նայում, ինքը հայկական յուղի է նայում առաջինը այդ ուղությամբ, եւ հետո նոր միգուցե Թուրքիա, բայց նայված կգար կապ չունի։ Ֆիզիկապես ինքը գտնվում է Շիրակի մարզում եւ այդ նեգատիվ ազդեցությունը տարածում է հենց Շիրակի մարզում։ Հիմա կասեն, ասում եք, թե խելագար եմ ես, գիժեմ, եթե դուք ինչ-որ մի բան չեք հասկանում, դա բացարձակապես չի նշանակում, որ ես եմ խելագար։ Իսկ եթե հակառակը պարզվի, իսկ եթե սա պատահականություններ չեն, այս սիմվոլների տեղադրումը հենց այդ մարզում, եկեք քննենք ազդեցության մասին, ասում եք ընդամենը քարա, ընդամենը արձան, ճիշտ եք, այո, այն ընդամենը քարա եւ ընդամենը արձան, սակայն նրա սիմվոլիկան ունի իմաստ եւ դա շղթել հնարավոր չի։ Ես ես դրա ուրեմն մի կլասիկ օրինակ բերեմ, եթե դուք ծանոթացեք